Слендермен, приди. Зачем ты пришел? И тебя убивать. И сжечь все. Покинь этот дом. Слендермен, уйди. Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская. Подписывайся на мой канал, если ты до сих пор еще не подписан, и ставь лайк, если любишь мистические видео. Ребята, совсем недавно на своем канале я сделала Слендермена, и потом я прочитала очень много страшных историй про него, то, что происходит, если ты вызовешь, или даже вдруг ты когда-то увидишь, а тут, понимаете, я у себя дома практически поставила это чучело Слендермена, и после чего мне начались страшные кошмары. И сейчас я попробую вызвать Слендермена. Я надеюсь, что у меня получится это сделать. Слендермен, приди. Слендермен, приди. Слендермен, приди. Слендермен, ты здесь? Он здесь, ребята. Слендермен пришел. Слендермен, прости, что я сделала тебя и вызываю. Я хочу, чтобы ты ушел. Ты оставишь меня в покое? Нет. Слендермен, почему ты не хочешь уходить? Как мне тебя прогнать? Ребята, я знаю, что Слендермен встречается в лесу. Мне кажется, что я должна с ним встретиться и поговорить. Так, не через доску. Я права, Слендермен? Да, ребята, я была права. Сейчас мы с вами отправимся в лес. И я надеюсь, что я смогу договориться со Слендерменом, и он покинет этот мир. Мне очень страшно. Но я должна это сделать. Слендермен очень опасный, ребята. Никогда не вызывайте его. Мало ли что может произойти. Все что угодно. Вы знаете, я не думаю, что после того, как я просто сделала безобидную куклу у себя дома, на участке Слендермен будет делать что-то плохое. Ведь я ничем его не обидела. Сейчас мы узнаем с вами все. Всю правду. Этот глухой лес. Я слышу, он где-то там. Вон он! Он дотронулся до меня! О, я вижу его! Я вижу его! Скажи мне, ты не будешь меня обижать? Нет, я не буду тебя убивать! Зачем ты пришел? Мне не нравится то, что ты сделала. Что мне нужно сделать для того, чтобы ты ушел? Ты должна разобрать Слендермена и убрать со своего дома. Проведи ритуал. Сожги то, чем ты набила мое тело. И тогда я оставлю тебя в покое. Ты поняла меня? Хорошо, я больше никогда не буду тебя вызывать. Я все разберу. Пожалуйста, только не надо меня обижать. Пожалуйста, уходи, мне страшно. Уходи. Он говорил со мной. Он сказал, что мне нужно разобрать эту куклу, которую я сделала. И сжечь ту солому, чем я ее набила. Его это оскорбило. Я надеюсь, что после этого Слендермен оставит меня в покое. Все закончится. И этот проклятый лес, и эта аллея, и он навсегда уйдет отсюда. Давайте скорее разбирать эту куклу.
Он рядом с ней. Он стоит и показывает вот так. Я боюсь, я не хочу туда идти. Мне очень страшно. Как я боюсь к нему подходить. Он такой большой, высокий, темный, черный. И белая голова, он безликий. Я очень сильно его боюсь. Но я должна это сделать. Ребята, я обязательно должна сделать, как он сказал. Слендермен не оставит меня в покое, пока я не сожгу эту чертову куклу и то, что в ней находится внутри. Видимо, дух вселился в нее, и по-другому нам от нее не избавиться. Ребята, в интернете я не смогла найти ничего, чтобы помогло мне избавиться от тощего человека. Я в ужасе и в страхе буду разбирать Слендермена, потому что... Страшные кошмары снятся уже не первый день. Я очень боюсь, что Слендермен придет за мной. И мне нужно разобрать и сжечь все. Я думаю, что это будет правильно. Это совсем нехорошо, то, что происходит сейчас. Никогда не вызывайте Слендермена. Никогда не делайте что-то наподобие. Мне всю ночь снилось, что он смотрел, наблюдал за мной из окон. То, что я гуляла на озере, и он... был там. Он хотел забрать меня. Он протягивал вот так свои длинные руки и звал меня к себе. Он хотел, чтобы я пришла к нему. Я из последних сил боролась и не шла к нему. Я не знаю, смогу ли я справиться. Я даже не знаю, правильно я это делаю или нет. Я должна все это сжечь. Сейчас я попробую просто вот это распилить на мелкие части. Я просто уже не знаю, что делать. Ребята, сейчас я попробую. Ребята, я надеюсь, что все правильно я сделала. Теперь я должна тоже распилить, и все палки я должна сжечь в костре. Так. Это все тоже нужно сжечь. Все, что было связано с этим Слендерменом, я должна сжечь. Я распилю все эти палки, чтобы они смогли сгореть как можно быстрее. Нельзя тянуть. Нельзя ждать ни минуты. Просто это какой-то кошмар. А у меня больше нет сил. Я так устала. Я больше не могу. Ребята, я не знаю, для чего я это все сделала. Сейчас мне нужно все это сжечь, чтобы ничего не осталось. Всю одежду и все, что связано со Слендерменом. Так, ребята, я попросила своего парня, чтобы он разрубил Слендермена бензопилой на мелкие части. Он весь здесь. Сейчас осталось только поджечь и спалить. Я надеюсь, что поможет это все. Я очень сильно на это надеюсь. Сейчас я все это... Ребята, только я вас очень прошу, никогда не разжигайте костры без взрослых. Одни, никогда. Только в присутствии взрослых. Сейчас я оболью все части Слендермена, чтобы они сгорели. И скажу 3 раза: Слендермен, уйди, Слендермен, уйди. Ребята, по-моему, получилось. Он разгорается. Я отойду подальше, потому что я много
облила жидкость, и он может в любой момент вспыхнуть. Сейчас нам нужно дождаться только того, когда все это сгорит. Огонь начал распространяться. Все быстрее и быстрее. Я думаю, что уже пора говорить. Нужно подкинуть немного опилок. Я думаю, что уже пора говорить. Слендермен, уйди, Слендермен, уйди, Слендермен, уйди. Покинь этот дом и никогда больше сюда не возвращайся. Слендермен, уходи, Слендермен, уходи, Слендермен, уходи. И никогда больше сюда не возвращайся. Гори все огнем, демоны. Покиньте этот дом, и этот костер сгорит вместе с вами. Пусть в этом костре сгорит все. Все сгорит, вся нечисть, вся потусторонняя сила. И пусть откроется портал, через который ты вошел. И ты выйди через эту дверь, покинь этот мир, уходи в свой мир. Тебе здесь нечего делать, ты здесь никому не нужен. Тебя никто не ждет. Уходите все, кто, возможно, пришел. Смотри, ты видишь этот туман? Слендермен приходит через туман. Возможно, это уже открылся портал в потусторонний мир. И Слендермен должен уйти. Нужно продолжить обряд. Портал открыт. Слендермен, уходи, вся нечисть, уходи, покинь этот мир, портал открыт, уходи, вся нечисть. Итак, ребята, я должна очиститься от нечисти и 3 раза прыгнуть через костер, и надеюсь, что все будет хорошо. Я обязательно должна прыгать босыми ногами. Огонь все разгорается, я надеюсь, что у меня все получится. Второй раз. Слендермен, уходи! Ребята, и сейчас будет 3-й раз, когда я перепрыгну через этот костер, и портал закроется. Все духи должны будут покинуть этот мир. 1, 2, 3. Подписывайся на мой канал, если тебе нравятся мистические видео. И всем доброй ночи. Пока.